Всем привет, народ! Вы на канале Мега Бабки. Сегодня поговорим о новом проекте на моем YouTube канале. Сразу всех предупреждаю о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Говорим сегодня о проекте, который называется Smart Contract Live. Как видите, проект очень классно, красиво нам предоставляет нашу статистику, да. По статистике у нас проект работает 16 дней, всего клиентов 1228 человек, введено в фонд, то есть проинвестировано в проект 255 956 рублей и выведено всего лишь 41 583 рубля, то есть резерв в проекте колоссально хороший. Также мы можем видеть, какие суммы мы можем получать доходности, да, ну и давайте мы опустимся ниже. Здесь как это работает, то есть полностью описано, как все это распределяется, виды планов, то есть тарифные планы, на которые мы можем инвестировать свои средства, минимальная сумма инвестиций здесь всего лишь 100 рублей, на первом тарифном плане мы можем инвестировать от 100 рублей до 25 тысяч рублей, срок у нас 30 дней, возврат без возврата, то есть мы будем зарабатывать без возврата, начисление через 30 дней, и мы зарабатываем 137% за 30 дней. Второй тарифный план нам предлагает, минимальная сумма у нас 1000, максимальная 50 тысяч, срок 14 дней, возврат в конце срока, и начисление происходит 1,3% в день. На третьем тарифном плане мы зарабатываем 184% за 28 дней. Здесь минимальная сумма у нас 5000 рублей, максимальная 75 тысяч рублей, срок 28 дней, возврат в конце срока и начисление у нас происходит 3% в день. И четвертый тарифный план от 10 тысяч рублей инвестиций. 140% мы зарабатываем за 8 дней, то есть если люди зашли с 10 тысячами, то они уже сделали почти два круга, и это круто. Максимальная сумма инвестиций 100 тысяч, срок 8 дней, в конце срока у нас возвращается депозит и начисление 5% в неделю. Так, давайте опустимся ниже. Тут у нас полностью описывается этот смарт-контракт, да. Тут у нас преимущества проекта, обучающие банки. Что здесь нам предлагают? Нам здесь предлагают, вы получаете от 4 до 10% годовых, при этом вы многие, ну это понятно, да, то есть как они распределяют средства, то есть что вы можете получить, инвестировав в этот проект. И обучение, то есть если вы будете инвестировать в банке, то вы будете зарабатывать 4-10% годовых, а здесь вы будете зарабатывать, конечно, намного больше. Вы зарабатываете, да, то есть минимально у нас, как мы видим, 118% за 14 дней. То есть это очень-очень хороший процент. То есть даже если так считать, 18% за 14 дней банк никакой вам не даст. И это очень круто. Список моих фишек, да, то есть это именно преимущество этого проекта. Также мы можем посмотреть, какая валюта они принимают. Это рубли. Есть группа ВКонтакте и Телеграм, также можно заходить, здесь у нас полностью распределение всех средств, 85 идет на распределение, то есть это есть пирамида, да, то есть это никто не скрывает, даже на самой главной страничке здесь это нарисовано, 85 идет распределение выплат участникам, средства идут на маркетинг, то есть на рекламу, на продвижение дальше, чтобы было больше приток людей, и те люди, которые зашли пораньше, начинают зарабатывать больше. 10% и 5% идет администрация за их работу. Это достаточно хороший процент. Здесь также есть партнерская программа. Первый уровень нам 12% дает, второй 9%, третий 7% и четвертый 2% партнерской программы. Также мы можем посмотреть, здесь у нас есть email администрации, возникающие все вопросы вы можете также задавать здесь. И здесь также у нас есть как мне стать участником, что нужно сделать. И по пунктам здесь все расписано. Все здесь у нас, все полностью все расписано. Давайте мы сейчас поднимемся вверх.
После чего мы зайдем в группу ВКонтакте, обязательно подписываемся. Как видите, в группе ВКонтакте 1157 человек здесь зашли в эту группу, да, то есть мы можем видеть, что люди здесь, да, голосуют, что они инвестируют. 78% людей, проголосовавшие здесь, проинвестировали в этот проект. И это очень-очень круто. Ну и давайте зайдем в сам проект. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, нам сначала нужно зарегистрироваться. Нажимаем вход, после чего мы можем выбрать войти в личный кабинет. Забыли пароль и нажимаем регистрацию. Нажимаем регистрация, здесь вводим логин, пароль. Повторяем пароль, email, соглашаемся с правилами, нажимаем зарегистрироваться. Все, вы будете зарегистрированы. После чего вы можете зайти в свой личный кабинет. Вам на почту также придет уведомление. Вы можете его читать, да, то есть это то, что вы реально зарегистрировались в этом проекте. Здесь мы вводим свой никнейм и вводим свой пароль. Нажимаем «Войти в кабинет». И нас перебрасывают в наш личный кабинет. Здесь вы можете найти свою реферальную ссылку, панелюшку пополнить, вывести средства, партнерская программа, инвестиционная, история операций и настройки. В первую очередь нам нужно зайти в настройки и здесь указать свои платежные реквизиты. Это Pair и Kiwi кошелек. Вы указываете их, нажимаете сохранить, вот как я указывал Pair, сохранить. И сохраняется без каких-либо проблем. После чего вы можете уже пополнять свой счет. Нажимаем пополнить счет. После чего мы выбираем тарифный план. Точнее, мы выбираем сначала кошелек, на который мы будем инвестировать. С какого? Сумму, которую мы будем инвестировать. Нажимаем пополнить. Нажимаем подтвердить перевод. Нас перебрасывают на Pair шлюз. Здесь мы все подтверждаем. Все как всегда. Проходит загрузочка. Здесь опять же мы нажимаем подтвердить, вводим ключ, нажимаем ОК. Ключ у нас подтверждает то, что мы оплатили, и опять нас перебрасывает на наш сайт. И мы здесь видим уже, что у нас 100 рублей пополнено. И здесь мы можем выбрать тарифный план. Первый тарифный план нам предлагает 100 рублей, второй 1000, и я их уже оглашал. Здесь мы вводим, выбираем. Вводим сумму, которую мы будем пополнять. Это 100 рублей. Нажимаем «Открыть депозит». И, как видите, к списку депозитов. Мы можем зайти к списку депозитов. И у нас, как видите, в списке депозитов пошел отчет, когда мы заработаем первые наши деньги, можем вывести их. Да. Также мы можем видеть текущий участник, да, то есть сколько мы проинвестировали, полностью здесь отображается, сколько вывели. А для того, чтобы вывести отсюда средства, мы нажимаем «Вывести средства». Здесь мы выбираем кошелек и вводим сумму вывода. Минимальная сумма 1 рубль, для карты 100 рублей. Ну, 1 рубль на Pair, спокойно, хоп, и без каких-либо проблем. Также есть партнерская программа, о ней я уже сказал. Ее здесь вы можете отслеживать, сколько у вас людей. Здесь вы копируете ссылочку, распространяете и зарабатываете во много раз больше, потому что партнерская программа — это еще один вариант для того, чтобы зарабатывать дополнительно доход. Ссылочка на проект я оставлю внизу в описании. Кому проект нравится, инвестируем и зарабатываем вместе со мной. Не забываем о рисках. Всем говорю спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. В дальнейшем будет еще много-много интересных видео. Всем спасибо еще раз. Всем пока.